Раньше груши считались исключительно южной культурой. Сейчас опытные садоводы собирают урожай этих сладких плодов благодаря тому, что сорта адаптированы к нашему климату. В их числе и садовод из Цивильского района. Осень – пора сбора урожая. В саду Алексея Егорова созрели яблоки, виноград и груши. Все экологически чистое. Еще бы наладить прямой путь поставок любителей ароматных сладких фруктов от сада до стола. Вот что волнует опытного садовода. Алексей Егорович выращивает фрукты на своем участке с 1994 года. Сегодня сад, благодаря его неустанному труду, ежегодно приносит большой урожай. Одевать его некуда. Правда, ему однажды предложили за 1 килограмм груш – 1 рубль. Так перекупщики оценили его труды – посадку, уход, обрезку, прививки. О каждом дереве Алексей Егорович готов рассказывать часами. Даже я ахнул, можно сказать. Посчитал на одной почке 13 штук вот таких крупных груши росли. Но чудо ведь это, чудо. Обычно одна-две с одной почки растет, а тут 13 штук. Вот сами посмотрите. Вот ряды новых сортов. Здесь красуется Монастырская, Дюшес Летний, Михайловка, Краснобокий и многие другие. На этом участке в 10 гектаров растут не только груши, но и яблоки. Плоды созрели и целым ковром устилают сад. Селекционная работа ведется круглогодично. Неподалеку на 4 гектарах тянутся к солнцу юные саженцы уже новых сортов груш. Все это результат большого труда. Вот я вырастил грушу. Много сортов у меня, 9 сортов. Но в этом году, как никогда, урожай очень сильно получилось. Вот не знаю реализовать. Я сейчас уже за 70 перешел. Сила уходит. Не знаю с этим садом что делать. Экологически чистая, качественная продукция обязательно найдет своего покупателя, уверен садовод. Меры поддержки отечественного производителя должны этому способствовать. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.